Добрый день! Я рада вас приветствовать в студии Тапова города Днепр. Меня зовут Ингалова Лариса, и сегодня я вас познакомлю с замечательным изделием, сотейником от шефа из коллекции от шефа. Итак, сотейник от шефа объем 2,8 литра. Изготовлен из высококачественной стали, сплав хрома и никеля. Ее еще называют 18/10. Здесь пятислойное дно и трехслойные стенки. Между слоями стали закапсулирован алюминий, что позволяет нам готовить на минимальном огне, на минимальном источнике энергии, так как алюминий разогревается, аккумулирует тепло, и в этом сотейнике можно оставить даже полуприготовленные продукты, они уже доготовятся за счет того, что долго будет держаться тепло. Полая ручка на крышке, очень хорошо, удобно брать, не боясь обжечься. А также на крышке есть отверстие, которое позволяет выходить пару, и нет эффекта отпаривания. А также крышка не дребезжит, можно поставить, повернуть в любую сторону, и у вас будут готовиться продукты. Сегодня мы приготовим стейки. Ведь сейчас мы очень ограничены во времени, а мы приготовим свиные стейки за 12 минут. Причем эти стейки будут очень вкусные. Готовить мы будем два маринада. Первый маринад у нас будет соевый соус. А второй маринад – это кисло-сладкий соус. Я его очень люблю. Мы его готовим из лимона, меда, растительного масла и немножко горчицы. Почему второй соус используем соевый? Потому что есть у нас люди, которым нельзя мед. Поэтому мы не используем такой соус для приготовления стейков. Итак, мы сначала отожмем сок лимона. Отжимаем мы на нашем изделии очень дорогой Citrus Express. Отжимаем. А сейчас у нас есть такое изделие поваренок. Ну вот у меня дома тоже есть и Citrus Express, и поваренок. Очень удобно отжали мы сок лимона. Берем мы емкость, в которую будем выливать соус. Ну а сначала еще добавим немножечко меда. Ну, обычно мы берем пол чайной ложечки меда, пол чайной ложечки лимонного сока и растительного масла столько же. Или если у вас много мяса, можно сделать по одной чайной ложке. Добавляем растительное масло и добавляем горчицу. Ну, горчица у меня обычная. И все это перемешиваем. А теперь отправляем, сначала перемешиваем силиконовым скребком. Силиконовый скребок у нас сейчас в программе с очень хорошей экономией. Причем силиконовый скребок большой и силиконовый скребок маленький. Вот у нас все размешалось. Еще мы добавим соль. И добавим сюда наш соевый соус. И таким образом, пока у нас маринуется это мясо, мы сейчас приготовим следующее. Очень мне нравится такой кисло-сладкий соус. Когда я готовлю, запекаю даже целый кусок мяса, буженину, либо курицу, либо утку, я тоже использую этот соус. Мед карамелизируется, и даже под закрытой крышкой в ультрапро мясо покрывается корочкой. Ну и очень, конечно, здорово вот готовить в нашем сотейнике. Итак, немножко у нас мясо постоит, а мы в это время замаринуем соевым соусом. Маринуем мы в супер-хит-параде, объем 1 литр, 2 литра. И теперь мы из нашей маленькой бутылочки, в которой мы можем хранить различные жидкости, а также брать с собой в дорогу, мы наливаем соевый соус. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы подольше все это промариновалось, но так как у нас время ограничено, поэтому мы рассчитываем на те 12 минут, которые мы будем готовить, ну и плюс 5 минут на приготовление. Итак, стейки наши готовятся, а мы за это, вернее, маринуются, а мы за это время включаем наш сотейник. Ну, посмотрите, какая красота, прям зеркальная поверхность. Так красиво на кухне, так стильно. Включаю я индукционную плиту,
и ставим температуру 180 градусов. Пока у нас нагревается сотейник, я еще хочу вернуться к этим металлическим изделиям. У нас есть в ассортименте различные кастрюли. У нас есть кастрюли, у нас есть сковородки. Поэтому, конечно, эти изделия будут служить вечно, потому что у нас 30 лет гарантия на такие изделия. И сегодня у нас сотейник в ограниченном количестве, поэтому, если вам понравится это изделие, постарайтесь заказать его в первую неделю. Потому что, действительно, я думаю, что многим захочется иметь такое замечательное изделие на своей кухне. И здесь можно приготовить и овощи, здесь можно приготовить жареную рыбу, можно поджарить картофель, можно мясо, можно здесь тушить и жарить, ну и варить одновременно. Также в этом изделии мне очень нравится, что мы можем готовить овощи, кладем на холодную поверхность, то есть все сложили, и вот очень хорошо можно приготовить винегрет. Вы выкладываете горками различные овощи, добавляете одну столовую ложечку воды, и где-то минут 15 у вас на средней мощности или на небольшом огне эти овощи тушатся, сохраняются все витамины. Ну а если вы готовим мясо, то должна обязательно поверхность разогреться. И проверяем эту разогретость, капнув одну капельку водички. Если она вот катается как ртуть, то мы сейчас видим, что у нас и так замечательно вот уже разогрелось. И выкладываем сюда стейки. Мы выкладываем, можно сделать чуть меньше. Мы выкладываем стейки. Они у нас как бы немножко прихватываются. Масла у нас здесь нет. Немножечко как бы прилипает. А затем корочка, когда уже образуется, уже эти стейки легко можно снять силиконовым скребком, либо лопаткой. Еще мы кладем один стейк и еще один кладем на поверхность. Сначала мы их обжариваем, а потом немножечко тушим. Я накрою крышкой, чтобы наши стейки чуть-чуть протушились, а я за это время приготовлю под гарнир из овощей. Выкладываем будем на сервировочную тарелку. Для этого нам нужно будет нарезать помидорчик, а также мы сюда нарежем огурчик. Только огурчик мы не просто нарежем, а мы сюда выложим в виде спиральки. Есть у нас такое замечательное изделие, весомая мелочь, называется нож-завиток. Нарезаем спиралькой вот так красиво огурчик. Достаточно. Стейки наши готовы. Отключаем и выкладываем. Вот посмотрите, какие у нас получились замечательные стейки. Выкладываем на тарелку. Можно добавить гарнир, а можно оставить только овощи. Приятного аппетита! Если вам понравился сотейник, а он просто не может не понравиться, мы ждем вас у нас в студии. Город Днепр, проспект Яворницкого, 81. Работаем ежедневно с 10 до 19, в субботу с 10 до 17, в воскресенье выходной. Ну, а также вы можете сделать заказ по телефону, который вы увидите на своих экранах. Замечательное изделие, и я надеюсь, оно обязательно будет на вашей кухне. Сотейник от шефа, объем 2,8 литра.